Поправить здоровье, при этом одновременно и отдохнуть маленькие жители региона могут, не выезжая за пределы Ненецкого округа. В комплексном центре социального обслуживания на протяжении всего года проводится бесплатный курс оздоровления. Он рассчитан на 18 дней. Самым популярным кабинетом у маленьких жителей региона стала волшебная комната. По-другому ее даже специалисты комплексного центра не называют. Приятная музыка, приглушенный свет – все это сделано, чтобы дети смогли отдохнуть, расслабиться и немного поиграть. Здесь мы проводим и различные такие игры на развитие и памяти, и логики, и внимания. Но в основном, конечно, здесь идет расслабляющий эффект, чтобы они успокоились после трудового дня. За 3 часа, что длится смена, с детьми проводится комплекс процедур. В зале лечебной физкультуры ребята могут вдоволь побегать, используя для растущего организма. И вырастают. Вот молодцы! В рамках оздоровления в центре проводятся водные и физиопроцедуры. Для повышения иммунитета детям делают специальные ингаляции, ультразвук, магнитотерапию. Есть и довольно необычные – горный воздух. Так называемый горный воздух, который дышит, чтобы повысить свой иммунитетик. Вот, часто болеющие дети. Потом детензор получают. Это специальный матрасик, который как бы исправляет их позвоночник. В этом же кабинете и помогут поправить осанку. В завершении каждого дня маленькие посетители центра занимаются с педагогами. Здесь играют, занимаются творчеством, посещают выставки и музеи. Комплекс оздоровления включает в себя 18 дней и происходит в 2 смены. Первая смена с 9 до 12. Сюда, как правило, ходят ребята, посещающие дошкольные учреждения. Да? И вторая смена с 1:30 до 4:30. Это, как правило, школьники, те, которые учатся в школах в 1-ю смену, а 2-ю смену приходят оздоравливаться у нас. Получить бесплатное оздоровление могут все окружные дети от рождения до 18 лет раз в 2 года. Для этого необходимо записаться в комплексном центре социального обслуживания. Алена Валей, Роман Делимарский, телеканал «Север».